сегодня стало известно, что детская школа искусств Петра Ильича Чайковского стала лауреатом конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования 2014». И сейчас более подробно об этом мы узнаем у директора школы Ильиной Ирины Михайловны. Я получила сегодня сообщение, вот оно. Уважаемая Ирина Михайловна, Организационный комитет «Экспертный совет» конкурса имеет честь довести до вашего сведения, что возглавляемое вами образовательное учреждение признано лауреатом конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования 2014». Вот в данном случае конкурс проходил на лучший проект, самый, так сказать, интересный, востребованный и так далее. Ну и мы выбрали, это была наша фишка, проект наш назывался «Музыка на все времена». И посвящен он 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, что очень актуально сейчас вообще для всей страны. Для города Клина это сверхактуально, ну и школа, конечно, это, которая носит 75 лет имя Чайковского, безусловно, не могла остаться в стороне, и мы провели очень большую работу. А главная идея проекта заключалась для нас, для школы, в создании ассоциации детских школ искусств как в России, так и за рубежом, объединенных единым культурным символом именем Петра Ильича Чайковского. Вот в этом проекте это тоже существует. То есть мы будем проводить конкурс на лучшую творческую работу, которая связана с жизнью, творчеством Петра Ильича Чайковского. И в этом будут участвовать школы России, которые носят имя Петра Ильича Чайковского. А в общем-то для нас значит, что нам нужно еще работать интереснее, еще лучше, еще больше проектов значимых, исполняемых и имеющих значение для развития как нашей школы, так и, в общем-то, для нашего города, который, конечно же, мы все очень любим и гордимся, что он будет музыкальной столицей Подмосковья. Мы поздравляем школу и наш город с такой победой, и мы надеемся, что этот проект будет жить и процветать, как и музыка Петра Ильича Чайковского. Команда «Мой Клин.ру»